Черная пятница – день, которого ждут шопоголики всего мира. Грандиозные скидки на каждую категорию товаров – от одежды до бытовой техники. С самого начала ноября по телевидению и в интернете рекламируют Черную пятницу. Магазины всех брендов зазывают покупателей привлекательными скидками. И они, в свою очередь, действительно планируют покупки именно в этот день. Мне кажется, что в эти дни лучше делать покупки. У вас большой список планируемых? Я не делаю такого четкого списка, просто иду ради своего удовольствия. Есть традиция какая-то вот закупаться в Черную пятницу? Да, естественно, перед Новым годом, после Нового года, подарки всем. Ну, это реально выгодная история, вот по себе. Да, да.